Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня у нас будет реакция на очень удивительный уровень в Geometry Dash, который мне прислал мой подписчик Сатурман через донатик, за что ему огромное спасибо. Значит, что он сказал? Этот уровень считался самым длинным до недавнего времени. Идет он, ребята, 8.49, называется Sinister Silence, Full Showcase. Ну что, желаю вам приятного просмотра, давайте посмотрим. Так, Kerox, Bloody Demon 575. Ну, он старенький, я так понимаю, этот уровень. Bluestone. Капец, это 8 минут уровень, это только подумать. Сколько же его строили, а? Я бы не сказал то, что тут такой суперский декор, как я вижу, да? Особенно до 5%. Вот. Но все равно. Ну, строить сам геймплей это тоже долго. Насчет декора дальше еще посмотрим. Но здесь уже получше ситуация. Я так понял, в этом уровне решили задействовать все, что можно. Это уровень, наверное, еще где-то с 2.0. Ну вот это простенький такой идет партик, да? Неплохо вполне. Мне кажется, слишком вот большие вот эти штуки сделали. Вот, можно было бы, может, поменьше как-то. Это легендарный уровень, как я понимаю. Это Extreme Demon, ребят. Вот этот парт имбовый. Здесь каждый парт хороший по-своему. Все переливается. Ну, здесь было сделано под синк. Ого. Ну, дроп, конечно, есть дроп. Это понятно. Переход, кстати, неплохой был. Офигенно, офигенно, ребят. 30% уровня мы глянули. И знаете, что могу сказать? Есть тут такие парты, что прям очень красивые, да, прям ламповые, а есть, ну, средние, вот. Как я вот заметил. Вот этого я не понимаю. Вот тех вот приколов. Так. Стоп, если Сатурман сказал то, что его считали длинным до недавнего времени, да? То хорошо, а что на сегодняшний день самое длинное?
Ну, кстати, вот там 3D было, вот это я люблю такую тему. Ого, пошла жара. Мне кажется, цвет слишком яркий. Можно было бы сделать потусклее. Ого. Здесь уже RGB пошло. То есть переливание цветов. Но смотрится вполне офигенно. Я офигеваю с геймплея, ребят. Кстати, можем заметить то, что чел проходил с щитом. Да. А здесь на лайте уже идет такой человый парт, чтобы игрок расслабился. Здесь, конечно, много таких запутанных моментов. Их надо, конечно, изучать. Но здесь вообще вот темноватый парт идет. Там тоже надо знать, куда кликнуть. Но 8 минут, Карл, это вообще. Это те люди, которые вот строили, это красавчики. Посмотрите, какой коллап получился. Здесь музон, знаете, прям на чиле. Вот я смотрю, и я вот на чиле смотрю, вот прям оно круто, интересно, да, сделано. Вот, и еще такой музон. Как ламповая атмосфера, можно сказать. Вот эти пилы неплохо сделаны, которые вот переливаются. Ну, в смысле, мигает цвет в них. Ну, кто-то скажет, что этот парт слишком яркий, наверное. Ну, здесь прям красный цвет как-то в глаза бьет. Вообще нормально, что тут придираться? О, продолжение, говорит создатель, да? Что вы это, расслабились? А ну-ка давайте дальше потейте. Ого, блядь, вот это... Вот это слишком быстро оно. Понятно то, что подсинг делали, но все равно. Но здесь прям все супер.
Ну, вот эти парты, где фонари нормально сделаны, я вам могу сказать. Это уже, в принципе, можно сказать, концовка уровня. Ого! Вот видите, Сатурмен сказал то, что этот демон, да, считался, значит, до недавнего времени, да, самым длинным. Я могу вам сказать то, что на то время, когда его построили, да, вот он и считался, наверное, очень крутым, да, то есть он длинный и еще и крутой, вот. И посмотреть вот сейчас на данный демон. Понятно, многие скажут, да, демон легендарный, да, но он типа говно, потому что сейчас строят лучше. Я вам скажу то, что сейчас строят лучше, то одно, вот, но все равно эти демоны, не надо это забывать, да. Вот, даже вот он самый длинный был, его столкнули, да, но все равно его не надо забывать, его надо, ребят, помнить, вот, потому что такой коллап на 8 минут сделать нелегко, вот, это год работы, а может больше, вот, так что да. Очень даже красиво получилось. Тот, кто делал шоу-кейс, тот красава, ему респект. Ну и здесь в конце решили вот написать всех, кто участвовал. Посмотрите только сколько их. Видите, не просто уровень заканчивается, да? А есть еще, кстати, очень даже хороший парт. Да, умеют люди строить, умеют. Вот в конце, как он взлетел, тоже нормально сделано, вот. И вот этот арт смотрится очень хорошо. Все, посмотрели весь уровень, можно сказать, чуть-чуть его со стороны зрителя, да, разобрали. Значит, дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного уровня. То, что он длинный, это понятно, это круто. Я рад, что есть такие люди в Geometry Dash, которые умудряются хостить такие коллабы, да, собирать вот много людей. Причем не просто людей, а креаторов, хороших креаторов, да, вот. И что они могут вот построить такой демон, так, тем более еще и длинный демон, и красивый демон, вот. Все факты, все, можно сказать, недочеты, но недочетами то не назовешь, вот. Все я сказал вам, когда смотрел данный уровень. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции, мнение насчет данного демона. Всем я, ребят, желаю добра, всем удачи и всем пока-пока.